Так что, парни, где мы там находимся? Они, значит, в амбаре? Они в амбаре, я слышал, как ты резал Фишера, спалил себя. Я вообще-то не резал ни разу за этот раунд ножом. И Данил сказал... А? Квантум? What the fuck? Квантум, что? Я граффити переключил и сдох! Что? Я граффити переключил и сдох! Что за хрень? Такая же хрень, как у меня. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Серега, мы должны скрыть от маньяков. Блоучоп. А скрываться-то не, к сожалению. Чоп, это можно, да. Дюб-дюб. Не, ну если вы хотите, вы можете исполнить, конечно, ребят, я как бы не против. Да? Данил, не скоро видел выйдет. Вот да. Это? Нет, что, где, когда, почему, сюда идти? Что? Куда, сюда? Я видел, я туда не пойду, ну нафиг. А чё я не могу выйти, в смысле, лол? Ты чё там? Слышал, слышал, где-то рядом с нами. Ну это типа двери. Они выходят на охоту, Серёга, аккуратней. Я понимаю, но ты понимаешь, что я не могу ничего найти и придумать? Ну, нет, как бы то же самое. Гениальная идея, Миша, сейчас тебе покажу. Гениально. Да, да, очень гениальная идея. Серега откуда-то выйти не мог. Кто там? Это что, блядь, такое? Ты по воздуху... У меня телега исчезла. У тебя телега исчезла? Да, ты по воздуху ходишь. Просто гоняет. Она вот тут на месте стоит. Она вот тут на месте стоит. У Миши телега поганулась. Вот тут она стоит. Так, Миша... А Саня по воздуху летает. В мельницу вход был открыт у тебя? Ты открыл? Нет, не я. Он упал вниз. Он упал вниз! И хер кто? Суки! Что вы делаете? Я роняю запад! О, телега поехала. Оп, телега-то поехала. Серега завел телегу. Так, 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 кто-то еще в подземелье, кажется. Подземелье? Или был в подземелье. Это, походу, Сережа сидел в подземелье. Ну, в подвале, наверное. Ага, я в доме слышал дверь. Я в доме слышал дверь. Опа. Миша, будь снаружи дома. Посмотри сразу в камин. Ага. Там направо-налево походи, там есть. Миша на ошибках не учится, а я учусь. В смысле? Все, походил направо-налево. Все хорошо. Миша, зачем ты под домом стоишь, а, Миша? Я не выпрыгну в окно, не надейся даже, Миша. Подождите, откуда он тебя видит? Я не знаю. Возможно, с чердака. Ты серьезно думаешь, Миша? Как можно на чердак залезть? Данил, да, где вот граффити? Ого, Дань, ну это уже, нычка, уже не по-твоему, как бы, этому, понимаешь? Это ну, как бы, да. Типичная нычка, ты понимаешь? Как бы, не да, не по моему размеру, тут вообще жесть полная, и как бы, ну... Ну, кстати, места здесь не так уж и много. Здорово. Чё, нашел меня, что ли, походу? Это не я, это Миша, серьёзно. А кто это? Можно я пройду? Где он? Второй этаж, быстрее! Он не режет. Нет! Не режь его, Данил, погоди, я хочу увидеть, как ты умрёшь. Здесь тупик! Вот здесь он! Да пошел в жопу! Эй! Он сейчас зарежет! Сдохни, да где ты, халдон? Красавчик, красавчик! Господи, тут всё в крови, посмотри на это, господи, мать твою! Короче, Серега, мы должны спрятаться, потому что они скоро выходят, и это ничем хорошим не закончится. У нас долбаные маньяки на даче, ферме. Да, долбаные маньяки, зомби на... Здесь что-то должно быть. Что ты понял? Я понял, что кому-то из вас будет жопа. Что-то должно быть. Это кому-то из вас будет жопа, ты ничего не... Нет, кому-то из вас будет жопа, понимаешь? Понял, да, Серега, я про это место и говорил тогда. Опа. Иди, Злата, бери свой отсюда. Они знают, интересно? Не знаю. А тебя порезал? Есть еще? Есть еще? Тихо, не режь, сиди здесь тихо. Да ты режешь. Тихо, не режь, а я слышал, как вы порезали. Что есть еще? Да не, подальше. Уйди назад. Амбар. Подальше. Да, я да, и так да, подальше, да. Назад отойди. Иди сюда. Нихуя. Чего там? Крышей. Ты че орешь-то, гонишь? Че там случилось? Ты на крыше? Приколюшки. Где? Смотри за крышей. Внизу. Хорошо. Нифига себе! Чё за тема-то? Так, их там нету. Нет, их тут не было. Так шо, нет. Парни, где мы они, там находимся? Они, в амбаре? Где, они в амбаре, я слышал, как ты резал Фишера, спалил себя. Я вообще-то не резал ни разу за этот раунд ножом. И Данил сказал... А? Квантум? What the fuck? Квантум? Что? Я граффити переключил и сдох! Что? Я граффити переключил и сдох! Чё за хрень? Такая же хрень, как у меня.
Пошли, пошли, у меня есть крутая нычка! У нас есть ровно 30 секунд на то, чтобы беги, скрыться. Открой двери только. Нычку, идем. Ты уверен? Это не крутая нычка, Серега. Это очень сильно не крутая нычка. Почему? Я тебя не знаю. Ну, попробуй посидеть, мало ли, может прокатят. Ну ты знаешь, где я, да? Ну они, да, я знаю, они выходят очень скоро. Нет, я тебя не вижу. Не, ну ты если сейчас развернешься, ты меня увидишь. Можно я не буду? Они выходят, Серега. Я понимаю. Через 5 секунд 5, уже причем. 3, 2, 1. О, у меня здесь, конечно, проблемы. О, я поймал ебой-мобиль. Я думал, это один из них проехал. На телеге, да? Это ебой-мобиль, ребята, вообще. Они бегают по территории, они ищут тебя. Так, я слышал дверь. Я слышал дверь вот здесь. Я слышал дверь, так, вот здесь. Кто такой умный и топает, а? Прикол в том, что прятаться здесь негде. Серега, ты что там бегаешь? А, это ты, Лом. Опа! Как ты сюда попал? Здорово! Опа! Опа! Он здорово! За... Офигеть. Стенкой, за стенкой там. За какой? Вот. За какой стенкой? Вот здесь он вышел. Серега, тебе, по-моему, жопа. Ой-ой! Ой-ой! За забором, в смысле. Нет, меня нет за забором. За стенкой. Меня за забором нету. Что? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Куда ты делся, Серега? What the fuck? Yeah. Серега, да, он такой чуха, ты спалил нычку, Серега, вот ты красота, а? Конечно. Куда ты полетел, Сережа? Лови, охренеть. А, я не могу. Опа, опа! Опа, опа! Давай, давай за ним, Саня. Опа! Еее! Серега. Еще и нычку спалил, такой мудила. Недолго музыка играла, недолго Серега убегал. Так, нам нужен Дэниел. Нет, меня вы не найдете. Дэниель? Нужен нам. Где ты находишься? Нет, я вам не скажу. Да долбан, отпусти меня! Долбучая тележка. Долбучая телега. Я ни в чем не виноват. Долбучая телега. Наверное, не виноват ни в чем. Серега, ну ты прям нычка-нычка. Спасибо, спасибо. Так, я слышу Данила. Здравствуй, Данил. Где он? Какого фига, Миша, ты чё? Он где-то вот тут, Может, это я был? Ты гонишь, Миша? А, это ты был, походу, да. Ты интересно, сюда, а какого да? цвета, Серега, как я выгляжу? За нами не смотришь? Нет, я за Данилом смотрю. Я как бы понимаю, что это неправильно будет, если я буду за вами следить. Да что такое? Нельзя? Да не парься, Серега, да, нельзя, все нельзя, будет хорошо. Нельзя. Чего? Наверное, все будет пойди хорошо, но я в этом не уверен. Главное, чтобы сейчас раковая встреча не произошла, опа, и все будет хорошо. Опа, вот это... Это интересно, это интересно. Это не очень интересно, это очень плохо, страшно и прям-таки я не туда пришел. Серега, а что это? Кто кого режет? Ай. Что? Это меня огонь порезал. Серега, а что это там умер? Нифига! Так, а где граффити? Нифига, вот это прикольная нычка, Данил, ты откуда ее тихо знаешь? Тихо, я пока искал их, я сюда вот наткнулся. Ого, нычка. Нычка. Ты не хочешь нычка нам... Граффити оставить, Миша. Он, Миша, да, хочешь граффити оставить, он, Миша? В доме, он, по-моему, в доме. Пока он нас искал, он наткнулся на нычку. Ребята, идите в поле. Идите что, в кукурузное говорите? Поле. Что за приход? Поле? А так это не кукурузное, с чего ты взял? Это кукурузное? Ну хрен знает, что это такое. Тростник, кукуруза, шляпа усатая какая-то. Идите в поле. Когда... Блять, я нырнул в толчок. Миша, замыкай. Кто фу, блядь, что? Фу. Кто пробежал по кукурузному кубку? По я Колю. Пробежал. Иди обратно. Колю. Иди обратно. По кукурузному иду кубку. Ну? Ну? Он тебя где-то видит? Слышишь и меня, и Саня? Как тебя найти? Ни хрена! Он под землей, что ли? Это огонь! Это огонь он просто. Он под землей, короче. А ебать, как туда попасть? Какая нычка, офигеть. Как ее нам найти? Я под землей. Ты нашел его? Серьезно? Ах, ты псина, гомопсина! Здорово! Данил! Где он? Где он? Он выбежал, отвали он выбежал ты по полю, от по меня! Полю, по полю. Отвали, капец, отвали, отвали, отвали! Он по полю бегает, где-то здесь. Он убежал в дверь, он дверь убежал открылась. Да-да-да, Данил, он в поле, пацаны, в поле! Честное слово, братки, я в поле! Он дальше куда-то ушел. Где-то в этом доме. Возможно, да. Ну, возможно. Нашел его? Нет, нет, нет. Кого-то камин покоцал очень сильно. Вот же сучка, нужно было ловить тебя сразу. Он выпрыгнул со второго этажа. Ага. Данил, ага, две минуты, осторожно. Я знаю, Серега, где он? Где он? Ну, не знаю, не знаю. Налево. Надо я было только звук слышал. Тихо, тихо, тихо. Надо тихо было налево. Тихо. Сереженька, потише. Осторожно! Чё, блядь? Тихо. Он опять на поле, он на поле. Он на поле? Да. На, заходи в тот ход, где ты его слышал. Да-да-да. Где ты его находил. Данил, кажется, только, проблема. Только я не ебу, где этот ход.
Здрасте, а как ты попал туда? Ну, я упал, но я не помню. А, вот все, нашел. Иди, правый угол там, короче, или нет? Или не правый, или левый угол. Он залез опять, он в поле. Рядом бежит что-то. Вижу его, догоняю. Лови. Данил, здравствуй. А, Данил. Вижу, все, тут вижу, он, тут. Давай, я буду мониторить. Какого хрена? На второй этаж побежал он. Куда он делся? Не понял. Он испарился из комнаты. Зажали. Есть. Хоть самое, мы выходим через 10 секунд, ты в курсе. Вот это вот ты лучше не говорил бы, потому что они рядом. 4, 3, 2, 1. Вот туда. 1, я знаю, да. Давай сюда. Ну и сюда. Опа. Я ушел. Серега, опчка. Они так быстро вышли. Серега пошел, я жду их. Короче! Жду, пока эти долбанные тараканы будут. Короче! Тихо, Серега, Данил, в дом! В дом, речи, да, они сейчас в окна повылазят, и все, я лучше буду здесь сторожить. Здесь сторожи, хорошо. Да сраная телега пошла в жопу! Иди сюда. Я режу! Не-не-не. Спускайся вниз! Пошлите, покажи нычку. Нет, спускайся вниз! Спускайся вниз, Саня! Вот и все, минус один, второго ищи. Саня меня хотел развести. Тут есть такое предложение. Вышли, иди сюда. Да. Мало дает, нет, Данил, иди сюда. Что? Комцумир. Да иди ты в сракотан. Вот, иди сюда. Ну иди сюда. Да я застрял. Ты в курсе, что ты там? Вот сюда иди. Чё тут? Сюда иди. И? Ну зайди. И чё? И ты зачем? Ничего там не видишь сверху, не? А зачем я сюда зашел? Так там Миша сидит. Где? Я вообще-то... Где там, блядь, алё? Нету его здесь, ты гонишь на дым коричневый. Какой Миша? Ты чё? В смысле? Там только что YouTube хакер был. Ты гонишь, что ли? Чё ты не убил-то его сразу? Так я не видел его, я видел YouTube хакер только. О, Серёжа, изи. Что? Какого? Где он? Я не знаю. Короче, сейчас... Я только что порезал его. Вот, я ж тебе о том же, понимаешь? Он убежал куда-то, или это ты убежал? Я убежал. Я порезал его только что. Че за хрень? Жди там, я сейчас разберусь. Я нифига не понял, что случилось. Что они делают, я не понимаю. Я только что видел. Не надо говорить, что ты не там, Михаил. Потому что если ты сейчас попадешься на куканчик... Я, пожалуй, посижу в коми... Что? Ты дурак, что ли? Что ты приперся сюда? Нет, сучка! Сидел! Я видел тебя, Миша, он в темноте сидел там. Ну что, убегайте, давайте. О, сеньора, грачес, мучачес, есть нычка. Какая нычка? И где она? Вот это. Миша, мне секретное оружие против Данила. А где ты? В смысле? 10 секунд. 10 секунд! Где ты его там? Данил! Мне жопа! 3, 2, 1. Погнали! Иди ко мне лучше! Бегу. О, Александр. Так, меня немножко унесло. А где у нас Данил? Данил у нас... А, ну я знаю, где он. Он, в принципе, по идее, должен быть за территорией, если я правильно за понял. За какой территорией, милый? Серьезно? За он сказал, что какое-то бутикаритное оружие против меня юзать. Ты ублюдок! Мудила сраный! Есть секретное оружие? Я с ним больше не общаюсь. А почему курица наверху мельницы зеленая стоит? Бля, такой мудила, засранец. Подожди. Все, я спрятался. Я знаю, где ты спрятался. Давай, ищи меня. Ребят, иди в кукурузное поле. Опять? Я даю вам подсказку, а да. Зачем идите туда в кукурузное идти? Поле. Опять. А смысл? Иди в кукурузное поле. Я не пойду в кукурузное поле. Иди в кукурузное поле. Зачем мне туда идти? Если ты думаешь, что тебя не было видно, то тебе пизда. Подожди, это Фишер? А почему ты по кукурузному полю бегаешь? Фишер. Ну ты не знаешь, как пролезть сюда? Где-то ну да, здесь, действительно. Да? Миша, Серега, ты что, там что ли? Сука! Вот и все. Мне не надо туда пролазить. Собака! Блин. Серега закончился немножко. Ух ты, Данил, вот это прикольно опять. Тихо. Необычно. Ну, я знаю, такое себе может, хорошее. Может, он место. Реально в кукурузном поле до сих пор? Ну, я не вижу его. Вы прочекайте все кукурузное поле. Ну, в смысле в он том, что... Он обманывает, сам... обманывает нас. Бегайте по кукурузному полю, прыгайте. Тут просто не все закутки видно, тут есть очень густые сгустки травы, кукурузы. Ага, сгусток, ты сам сгусток. Ты сгусток материи, пошел в жопу, у тебя проще атом гребаный. Че лазишь там? И че?
И что, они нашли меня? Слушай, а я вот вас вижу. Вон там, он в кукурузе. А давай включим хайдрадар. Харе, ну включайте хайдрадар, я не буду просто шуметь, буду сидеть на жопе ровно и все. Вам не поможет ваш хайдрадар. Ты и так что-то не шумишь особо. Ну да, да пропишите свечиц, если я пропишу гранаты, буду кидаться гранатами. Нет, нет. Стоп, где ты? О, Санька, вот он на дереве сидит. Где? Он где? Бежит к тебе, к полю. Он зашел в амбар надо зашел. Надо поле притоптать. Вот в этот. Ать, надо поле притоптать. Наверное. Он в этом амбаре. А, вот он, наверху. Давай, Данил, прыгай, тебе конец. Минус КП. Минус КП, Данил. Нет, не минус. Куда он зашел? Куда он зашел? Пошел в жопу. Вниз, вниз спустился. Лезь. Держи его сверху. Здорово! Надо поле притоптать. Да, вот и все, Данил. Еее.